эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. На Аллее Славы состоялось торжественное открытие мемориала «Стена памяти». В центре города, на Аллее Славы, вот это действительно монументальное, на мой взгляд, сооружение, которое содержит в себе летопись нашего района. В преддверии Нового года два молодых жителя Ленинского городского округа получили ключи от новых квартир. Я не сомневаюсь, что вы вместо своей жизни найдете, и такое крепкое, хорошее, хоть жизнь она и непростая, но вот эти подарки, эти сегодняшние квартиры, пусть они вам чуть-чуть в этом помогут. В торжественной предпраздничной обстановке были подведены итоги конкурса «Леди Бизнес 2020». Я увидела совершенно необыкновенных женщин. Красивых, уверенных, стремящихся. На Аллее Славы состоялось торжественное открытие мемориала «Стена памяти», установленного в честь 75-летия Победы и посвященного жителям Ленинского городского округа, павшим в годы Великой Отечественной войны. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Идея возведения нового мемориального комплекса на Аллее Славы в городе Видное принадлежит Совету ветеранов. Поддержал ее и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. В мае этого года, в преддверии 75-летия Великой Победы, проект был утвержден. На строительство памятника потребовалось около 3 месяцев. Хотел поблагодарить каждого сопричастного, тех, кто генерировал эту идею, тех, кто принимал участие в обсуждениях, они были максимально массовыми. И о тех, кто реализовал, отдельное спасибо хочу сказать Сергею Павловичу, вот он здесь стоит со своей командой, который честно пообещал, я сделаю. И вот пусть в конец года, накануне Нового года, да, мы открываем эту стену памяти. Мемориал «Стена памяти» представляет собой круглую площадку с каменной стеной, на которой высечены фамилии воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В центре города, на Аллее Славы, вот это действительно монументальное, на мой взгляд, сооружение, которое содержит в себе летопись нашего района, теперь уже городского округа, летопись наших жителей, земляков, павших в период Великой Отечественной войны. Безусловно, это некая скрепляющая нить для всего нашего общества, для наших жителей и, прежде всего, для нашего подрастающего поколения. Ранее этот список был опубликован в книге памяти Ленинского района, которая была выпущена в электронном виде к 75-летию Победы. Трех воинов мы нашли уже благодаря широкой огласке проекта нашего и книга памяти электронная, и проекта создания мемориала. Благодаря обратной связи нам представили документальное подтверждение родственники. То есть и фотографии, и все остальное, подробные публикации были в ленинских вестях. Поэтому и 208 человек мы включили сюда с Володарки. Они призывались Раменским РВК, но мы решили по решению ветеранской организации включить их в себя. На торжественном открытии памятника присутствовала внучка одного из героев, командира противотанкового орудия, старшего сержанта Федора Кондратовича. Сегодня знаменательный день для всех маленьких деревень, сел, городков, где есть одиночные обелиски, на которые люди собирали деньги. А сегодня у нас с вами появился огромный мемориальный комплекс, который возглавит аллею памяти, аллею славы. «Стена памяти» продолжила череду мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне на Аллее Славы. Мы еще раз здесь демонстрируем единство наших рядов, консолидацию наших сил, отпор нашим противникам и недругам, которые пытаются переписать историю Второй мировой и Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что работы по установке памятника проведены с сохранением всех зеленых насаждений. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, «Видное ТВ». В преддверии Нового года два молодых жителя Ленинского городского округа получили ключи от новеньких квартир. Вручение ценных подарков прошло в рамках государственной программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Ребята впервые оказались в здании администрации муниципалитета. В конце декабря Денис Серкин и Дмитрий Егоров отпраздновали 18-летие, а значит, им положено получить квартиру от государства. –
Вручая заветные ключи, глава Ленинского городского округа Алексей Спасский сказал счастливым новоселам несколько напутственных слов. Я не сомневаюсь, что вы вместо своих в жизни найдете и такое крепкое, хорошее, хоть жизнь она и непростая, но вот эти подарки, эти сегодняшние квартиры, пусть они вам чуть-чуть в этом помогут, да, стать такими полноценными, успешными, ну, если Господь даст, счастливыми. Вместе с ключами ребятам вручили полезные подарки – наборы кастрюль. Квартиры Дениса и Дмитрия находятся в микрорайоне «Пригород Лесное». Каждая из них почти 40 квадратных метров. Таким образом, 9 молодых людей в Ленинском городском округе в этом году получили квартиры. Столько же детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется обеспечить жильем в следующем году. Первый день новогодних каникул на улице Школьной можно было встретить Снегурочку и Деда Мороза, которые приветствовали прохожих и автомобилистов и помогали перейти проезжую часть пешеходам. Главный новогодний волшебник со своей свитой присоединился к организованной сотрудниками ГИБДД акции «Засветись». Вот так приветствовали на улицах Видного главного новогоднего волшебника и его внучку Снегурочку. В первый день школьных каникул они помогали перейти проезжую часть детям и людям пожилого возраста. Вместе с символом 2021 года «Бычком» и их сказочными друзьями они приняли участие в новогодней акции ГИБДД «Засветись от Деда Мороза». А перед тем, как переходить на зеленый, что нужно сделать? Сотрудники ГИБДД и сказочные персонажи в исполнении педагогов детского сада номер 10 «Ласточка» дарили прохожим световозвращающие браслеты и напоминали водителям и пешеходам, как важно уважать друг друга и соблюдать правила дорожного движения. Сегодня наш Дед Мороз, Снегурочка, Баба-Яга, ну и особенно, конечно же, наш будущий, да, символ наступающего года «Бычок». Все одеты во световозвращающие элементы. Еще раз объясняем нашим участникам, пешеходам, что нужно быть яркими, заметными на дороге и использовать световозвращающие элементы. Световозвращающие элементы особенно актуальны в зимний период, когда на улице рано темнеет. При движении с ближним светом фар в темное время суток водитель способен увидеть пешехода на расстоянии от 25 до 50 метров, тогда как с фликерами этот показатель увеличивается до 200 метров. Таким образом, значительно снижается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Это очень нужно, актуально, и детям хорошо воспринимается и запоминается. И нам, взрослым, полезно лишний раз напомнить, как правильно вести себя на дороге. Участники акции поздравили всех жителей с наступающим Новым годом. Не забыли и о телезрителях. Безопасных дорог. Мы всегда желаем счастья, мира, благополучия в домах. Семьи – это святое, поэтому всегда возвращаться домой, чтобы вас всегда любили, ждали. Ну и так, ни гвоздя, ни жезла. Желаю я, чтобы Дед Мороз мешок вам радости принес. Еще мешок со смехом, а третий бы с успехом. Свою печаль, свою беду сложите все в мешок к нему. Пусть этот все он это заберет и в лес обратно отнесет. Счастья, добра и любви. Желаю всем здоровья, чтобы все люди берегли себя. Предыдущий год был очень сложным для всех нас, но мы со всем справились и со всем справимся вместе. Вместе мы все молодцы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В торжественной предпраздничной обстановке были подведены итоги конкурса «Леди Бизнес 2020», а победительницы получили свои награды. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Конкурс «Леди Бизнес» проводился в нашем муниципалитете уже во второй раз. В этом году пандемия внесла свои коррективы в формат мероприятия. В финале встретились представительницы самых разных направлений бизнеса. Организовала проведение конкурса торгово-промышленная палата. Основной критерий – это занятие бизнесом, да? И вне зависимости от того, какой у вас бизнес, большой либо маленький, чем вы занимаетесь, это не принципиально. Главное, чтобы вы были предпринимателем, чтобы разбирались в бизнесе и могли представить свой бизнес на данном конкурсе. На первом этапе конкурсантки представили свои видеопрезентации в социальных сетях. В интернете прошло голосование. Лучшие визитки были отобраны для следующего раунда, который проходил уже в офлайне.
Дальше девушкам уже были разосланы анкеты, которые должны были заполнить и сделать домашнее задание. Ну, а, соответственно, уже к конкурсу подошли, так как мы решили в период пандемии, что должны были все 13 участниц дойти до, соответственно, финального конкурса, они дошли все. Одним из критериев, по которым оценивали конкурсанток, стало умение организовать свой бизнес в сложных эпидемиологических условиях. Девушкам удалось не только сохранить свое дело, но и в некоторых случаях развить его. Я увидела совершенно необыкновенных женщин. Красивых, уверенных, стремящихся. Девочек, которые не только сами себя творчески раскрыли, стали двигаться, создали себе рабочее место. Которые сегодня создают рабочие места для желающих. Девушки, которые занимаются тем, что им нравится. За время участия в соревновании девушки общались, обменивались опытом и успели подружиться. А победительницей стала Ольга Романова, руководитель туристического агентства. Я очень счастлива находиться в такой атмосфере, где все девочки, они к чему-то стремятся, они что-то хотят добиться. И вот эта вот коллаборация, когда мы вместе, мы ощущаем силу. Теперь Ольга будет представлять наш муниципалитет на областном конкурсе «Леди Бизнес». Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.